Большинство людей просто знают, что лучше не рассказывать никому о своих мечтах или планах. А почему так происходит, затрудняются ответить. И для этого придумали фразочки типа «молчание золото», «спугнуть удачу», «не говори, а то не сбудется», «ветер услышит, а если нет ветера, дьявол услышит», «мысли слышат ангелы, а слова бесы» и так далее. Действительно, интересная получается штука. Человек более зрелого возраста, наученный уже своим жизненным опытом, знает, что лучше не рассказывать о своих мечтах и планах, потому что тогда достигнуть цели получится непросто, если вообще получится. Дело в том, если начать рассказывать о своих несбывшихся мечтах или планах, то это будет значить, что вы растрачиваете впустую свою энергию, и не просто энергию, а именно ту энергию, которую вы могли бы затратить на реализацию задуманного. Вместе с этим, когда люди узнают о ваших намерениях, найдутся люди, среди которых будет немало завистников. Также найдутся люди, которые будут вас отговаривать. Дескать, все это глупость, это не для вас. А кто-то и вовсе начнет вставлять палки в колеса, и даже неосознанно. Простой пример. Вы решили бросить курить. Вы чувствуете в себе силы, чтобы побороть эту вредную привычку. Вы точно уверены, что сможете это сделать. Вас переполняют эмоции. И вы хотите поделиться своим маленьким подвигом с другими. И вот вы приходите на работу или в компанию друзей и говорите им: «Я бросил курить». Какая последует реакция окружающих? Да, люди могут вам сказать: «Молодец, правильно сделал». А могут рассмеяться и предложить пойти перекурить и успокоиться. В любом случае, мысленно, что одни, что другие, скорее всего, будут считать, что у вас ничего не получится. И что это только слова. И вот тут-то начинается самое интересное. Их мысли отправляются в тонкий мир, что, конечно же, отразится и на вас в реальности. Это может обернуться как угодно. И в большинстве случаев человек опять возвращается в зависимость, не выдержав всей этой тяжести чужих мыслей. О чем он вообще не предполагает, ссылаясь на саму зависимость от вещества. Вы рассказали о том, что хотите бросить 10 знакомым, а каждый из них передал этот анекдот еще нескольким. Вот и не получается никакого результата, потому что ваша энергетика не в силах противостоять такой армии чужих мыслей. Или, например, девушка собралась замуж и рассказала о своей радости своим подругам, своим знакомым. Думаю, вы уже догадались, как будут вести себя девушки в подобной ситуации. Скорее всего, некоторые начнут искать недостатки везде и во всем, начнут сплетничать и пересказывать нелепость таких отношений всем подряд, а то и вовсе попытаются увести жениха. Так уж устроено у нас общество. Мы не умеем радоваться за других, потому что каждый озабочен своей личностью, своими потребностями. И вот еще такой момент. Ваши планы могут измениться. Например, вы захотели открыть бизнес и рассказали об этом всем знакомым. А потом в один момент потеряли все деньги или получили предложение о хорошей работе. Но ваши знакомые, когда вас встречают, каждый раз интересуются: как там твой новый бизнес, как дела? Хочется вам отвечать на такие вопросы? Мне бы не хотелось. Вот вы и ответите: нет у меня никакого бизнеса, у меня теперь новая работа. И что останется думать таким людям? Трепло, не умеет контролировать свою жизнь. И как вы уже поняли, это отразится не только на вашей репутации. Поэтому держите свои планы, тем более желания и мечты в секрете, пока не исполните задуманного. Да и потом делайте это с особой осторожностью.
Рассказывать можно лишь тем, в ком вы точно уверены, что именно этот человек поможет вам в реализации задуманного. Подписывайся на канал, тут самые интересные вопросы.